Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить легкий летний снуд. Он у меня сшит на видео из рибаны. Также его можно сшить из кулирки с лайкрой. Я отправляла на тест бойцам и рибану, и кулирку с лайкрой. И мне не дали ответа, что лучше. Сказали, все снуды классные, мы все разобрали, все носим. Поэтому уже на ваше усмотрение, выбирайте сами материал, какой посчитаете нужным. Далее я покажу выкройку данного снуда, я его привела с размерами для тех, кто не хочет печатать. Итак, у нас дана ширина снуда, дана с припусками, припуски по 0,8 с каждой стороны. Высота снуда также с припуском, вверху 2 см, низ мы просто обрабатываем на верлоке. Снуд рассчитан на кулирку с лайкрой или рибану, размер единый. Я мерила и на мужчин побольше, и на мужчин поменьше. Также я дала внизу выступ и его ширину, чтобы вы могли сами прочертить. Перед пошивом обязательно проверяйте квадрат, он должен быть 5×5. Недавно я неправильный квадрат вставила, но мы уже с этим разобрались, поэтому имейте в виду. Приступаем к раскрою, складываем лицевой стороной вовнутрь наш снуд и стачиваем боковой шов. Стачиваем на верлоке или эластичной строчкой на швейной машинке. Дальше низ мы обрабатываем на верлоке. Вы также можете обработать эластичной строчкой на швейной машинке. Утюжим только что прошитые швы. Верх снуда я подогнула вовнутрь на 2 см и отутюжила. Это наш припуск на шов. И его необходимо прострочить на распошивалке, либо на швейной машинке эластичной строчкой. В данном случае мы выбрали обычный зигзаг. И вот так у вас должно получиться. Растяните снуд вверху, внизу и проверьте, что строчки у вас эластичные, что снуд тянется. Снуд полностью готов. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.